Землетрясение, наводнение, крупные аварии на производстве. В Рыбнице прошел смотр готовности подразделений штаба гражданской защиты. Готовность сводной команды и спасательных отрядов, санитарных и технических групп оценивал начальник республиканского штаба. Особый интерес вызвала оперативность прибытия служб на место аварии. Проверены оснащение, опросили обязанности, проверили готовность всех формирований. На мой взгляд, город Рыбница и Рыбницкий район по своему оснащению и готовности всех формирований республиканской сводной команды готовы к выполнению мероприятий по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Всего в Приднестровье действуют 4 таких сводные команды. Их базы расположены в крупных городах, а готовность проверяется поочередно раз в 3 года.